21 червня у світі відзначали Міжнародний день йоги. Для сучасного українця це й досі не до кінця зрозуміле заняття. Дехто вважає це релігією, інші просто фізичними вправами. Аби заповнити прогалини у знаннях про йогу, до Української Федерації звернулися з індійського посольства із пропозицією провести таке свято і в нашій країні. Тож 20 червня це сталося вперше. Із самого світанку і до вечора на фестивальному причалі відкрилося кілька місцин, на яких були присутні практикуючі йогу з різних шкіл, а також представники східних релігій та індійського земляцтва. Хто завгодно міг взяти участь у різних майстер-класах, лекціях та й просто ближче познайомитися із шанувальниками йоги. Идея пригласить всех, кто хоть как-то сопричастен с йогой или представитель индийской культуры, чтобы они показали какое-то свое видение. И для нас это действительно очень значимо, потому что мы имеем возможность донести до людей, что существуют разные направления и разные течения в йоге. И люди могут с ними познакомиться и могут сами самостоятельно выбрать. Из всех практикующих мы объединены какой-то общей идеей. Мы объединены идеей развития. И мы объединены идеей самосовершенствования, мы объединены идеей гуманизма. И именно это мы пытаемся донести. 4 года они, ну как бы не произошло что-то там, бац, и ты поменялся. Это такие вот шаги, очень такие кропотливые, я бы сказала, потому что, ну как бы сначала где-то подтягивается дух, потом подтягивается тело, где-то наоборот подтягивается тело, потом подтягивается дух. В ней присутствует и физическая часть, но это очень небольшая часть йоги. С другой стороны, в ней присутствуют и какие-то психотренинги, в ней присутствуют и медитативные практики. Ну, собственно, это принципиально не религиозная система, скорее наоборот, представители разных религий пытаются включить в себя занятия по йоге, дабы привлечь к себе большее количество сторонников.